Доброе утро. Что ты там увидел, Джосик? Увидел тыковки. Я говорю, pumpkins. Джоси, what is it? It's pumpkins. It's pumpkins? Yay! You like pumpkins? Gosh! Out of nowhere! Сюрприз! Короче, работники уехали. То есть мама сейчас приехала за ними. Я тут продолжаю работать. Ну, их отсюда не увидишь с нашей стенкой машин. Да, Джасик. Показываем новую кофточку, что Скарлетт вчера выбрала. You like it? Turn around. Okay, nice. Холодно. Какая красота. Дождик. Дождалась мама. Но я хотела, чтобы малыш спать пошел. Он спать пошел, дождь начался. Ну, моросит так, не сильно. У меня сегодня показывают. Обещают дождливый день. Собака прячется в этой палатке. Я хочу долезть до своего комода. Но с камерой мне это трудно сделать. Хотелось бы... Короче, у меня две руки. Хотелось бы притащить его вовнутрь. Но это мне надо было думать заранее, чтобы Габриэл мне помог. А так... Интересно, Скарлетт мне сможет помочь? Наверное, нет. Дэнни сейчас занят. Ой, пуши. Фу, она сидит дома и пьет горячий чай и суп. Капец. Скарлетт собирается выгуливать свою новую кофту. Я говорю, вообще холодно и ветрено. И да. Гуляет в своей новой кофте. Тут Тринка выходит. У нее такая кофточка легенькая была для платья с блестяшками. Такая выходит. Типа, посмотрите на меня, говорю... Ты, я говорю, выглядишь очень красиво, но сейчас замерзнешь. Так что она сейчас кофту другую одела. А ветер дует, капец! Ага. Круги наматывает вокруг. Ладно, я ящики с подрессера, с под комода уже затащила. Думаю, как бы затащить сам комод. Короче, я стала баба огонь, и я затащила комод в дом. Затащила это, буквально затащила, видите? Так что можно теперь горящую избу и скачущего, скачущего коня, я готова. Ну вот, я победила, я его затащила. Он здесь. Он не будет здесь стоять. А я его поставлю здесь. Но до этого мне надо пройти через все, что у меня внутри этого комода, организовать. Перенести сюда. Потому что, видите, у меня здесь 9 ящиков, здесь 6. Ну, там много хлама, который мне надо выкинуть. То я думаю, все у нас получится. А этот я буду перекрашивать и, скорее всего, продам. Короче, вот так комод выглядит уже с ручками. В законченном виде. Мне нравится. Красивенький, светленький. Сразу свеженький такой. Класс. У меня, правда, не хватает двух шурупов для вот этой ручки. Я для него шуруп один взяла. Отсюда. Так что надо что-то соображать. Вот эта ручка на одном шурупе висит. И вот эта ручка на одном шурупе висит. Again. Пробуем Орео в шоколаде. Ну, я думаю. Видите, какая реакция у нас? It's amazing. We need to buy these. Да, но их там всего в этой коробке 12 штук. Вот что значит. Покройте в шоколаде, можно продавать за ту же цену, только меньшее количество. В общем, Дэнни зашел,
нашел какую-то шуруп, который подходит, но он слишком длинный, и он их сейчас отрежет правильную длину. Я тут уже один ящичек организовала. Здесь мои майки, пижамки. Вот. И будем ходить. Ой, у меня собачонки тут бегают. Все, уже на двух ногах. Они тут стринкой гавкали. Короче. Я не знаю, что... по-моему, кто-то тут полиция, кто-то тут полицейская собака. Хоть помаду накрасила для вас. Что такой день? Невкусное воскресенье, не креативное воскресенье. У меня немножко организации было. Я уже все организовала в части одежды для вот этого нового комода. Но у меня там 3 ящика бумажек. И вот тут я остановилась, я застряла. Знаете, одно дело одежду как-то легче, знаете, это старье можно выкинуть, это еще послужит. О, это я не видела уже 5 лет, и оказывается, оно у меня есть. Знаете, как это бывает. С бумажками. Блин, эта бумажка у меня лежала 5 лет. А вдруг она и в самом деле когда-нибудь еще через 5 лет понадобится? Знаете, когда это такое, как будто, а может это важно? А может, и что надо полить, что не надо полить? А может это так просто оставить этот ящик, как он и есть, и не трогать его? А потом, сам не знаешь, что в этом ящике, какие бумажки. И потом какая-то бумажка надо будет, а ты все равно не знаешь, что она в этом ящике. Вы же понимаете, по-любому надо организовывать. Но так, ох, сколько мороки с этим. Не, надо. Надо к этому, ну я вернусь, я постепенно вернусь, может, по одному ящику я что-то бы, что-то с этим получится. Ой, вот. Десерты Ирины. Ира говорит, я уже приготовила. Она мне вначале с утра говорит, одевай шубу, встретимся в парке. Ну, честно говоря, у нас сейчас 48 градусов, мне не до парка было. Как-то я тут сижу с горячим чаем, с моим новым комодом. Как-то неохота мне в парк идти. Плюс у меня, в общем-то, возможности не было, потому что Дэнни вот до этого времени был в автобусе, работал с автобусом. Теперь он наконец-то зашел в дом. И говорит, что на данный момент он не может работать над автобусом, потому что ему надо будет помощь Габриэла, а Габриэла нет. В общем, кто-то с мускулами ему нужен, знаете. И, в общем, он остановился. Я говорю, ну тогда я поеду за десертами. Звоню Ире, она, а получается что, так, что она идет в парк с мужем, собак выгуливает. Она типа, можешь заехать, София тебе даст десерт. Ну я как-то и хочу ее увидеть. И в общем, я не знаю, куда я еду. Она сказала, что она будет дома где-то через час. Либо к маме ехать, либо просто убить один час где-нибудь. Да не говорит, ты к 9 вернешься? Я надеюсь. Ну, пожалуйста, вернись. Он вчера с детьми были, знаете, все-таки... разница между нами. У меня бывает, да, что, конечно, дети могут довести, что заклинивает немного от криков, от визгов. Но очень часто я могу как-то их так, знаете, блокануть. Я в своей волне, одним ухом как слежу, глазом и ухом, а другим ухом делаю свое дело и глазом. У Дэнни так не получается, он не может вот... Одна половина релаксует, другая волнуется. У него либо волноваться полностью, либо игнорировать полностью. То я вчера пришла, он говорит, мне надо выйти, я не могу. Так что да. Папе надо на работу. Явно. Поехали, друзья. А вчера он все-таки вышел. Я после того, как детей старших забрала от мамы, он поехал в один там близ
близлежащий бар, и там показывали файт, бокс между Ломаченко и Лопес. Пришел такой никакой, я говорю, ну что, что произошло? Он говорит, проиграл украинец, проголосовали против него, я не пойму почему. Я так, ну, вот так этого файта, этого, этой борьбы, как это по-нашему, в общем, этой драки ждал долго, и, в общем, не оправдались его ожидания, к сожалению. Ладно, едем. Короче, думала, я решила, иду я в Walmart, хочу посмотреть, какие у них краски есть, и может купить маленькую баночку для вот следующего комода, чтобы уже работать так работать. Ну и время убить. Короче, я хочу вот такой цвет для этого комода своего второго, темно-серый. Короче, я струсила, поменяла цвет на более светлый, вот такой. Ну все, скупилась я, еду. Ира уже написала, что они дома. Говорит, холодно. У нас сейчас 49 градусов. Красота. Но не для прогулки. Красота, чтобы сидеть дома, пить чай и есть вкусные Ирины десерты. Так что поехали со мной. Итак, вкусное воскресенье все-таки приключилось. Ночь. Ничку в ней. Да, да, да. Ну рассказывай, что у нас тут. Так, шоколад малинка. Шоколад малинка. Також шоколад малинка зверху. Піч такий. Персик. А тут полуничка і піч, і з лимоном. Персик, лимон і клубника. Да, і то ж саме, так? Да? Да. Обалдеть. І шоколадку я тобі поставила. І шоколадку. Ай-яй-яй, яка красота. Ну все, і от як. Да, а то, що треба на нашу погоду. Чайок гарячий. Угу. Свечечка. Смакуй, у нас да, тут романтика, красота. Я тут ем, наслаждаюсь, вам ничего не рассказываю, но это просто красота. Вообще у меня муссовые десерты мои самые любимые, вот они, что-нибудь кремовое, та-та-та. К счастью, у Ирной семьи это не самый любимый десерт. Так что, похоже, я иду... Да, я пойду домой с тормозком, так что благодарю Ирну семью, что вы меня любите. Okay. What is this? Oh, it's one of her. It's that shoe thing. Okay. Oh, it's Angelica. My бабушкина кровать беленькая какая. А нельзя, да, только покрасить. Ясно. Ну, молодцы. Пока еще не все мебель покрасили, но нормально. Класс. Молодцы. Так же надо моей ручки куплять, и все надо. Они меня уже ждут, не дождутся, а мама десерты ест. Итак, дети усталые, но уже дома отдыхают. Габриэл скрутил шею, красил потолок. Еще им надо мебель докрашивать, так что завтра будем возвращаться после школы. Итак, время пришло для комментария дня. И опять я даю комментарий дня Ирине Рожаецкой, так как у нее есть вопрос. Мариша, я ждала, когда ты про рыбалку расскажешь, а ты так и не сказала, поймали что-то или нет. Детки молодцы, бабушка тоже молодец, дала детям заработать. Видеокласс, рада за Скарлетт, что она развеялась в магазине. На рыбалке было 4 человека, между этими 4 людьми словили где-то 30 форелей, 30 рыбешек. И Габриэл словил 3 из них. Он сказал, что они ели, когда были в кемпе. Но нам рыбы не дали, и мы не просили. Так что как-то так. Ну, у него было прекрасное время с другом, и он делал то, что ему нравилось, и мы благодарны им за это. Ну, а я буду закрывать блог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.